Компания «Лимагрейн» обладает большим портфелем гибридов подсолнечника по классической технологии «Евролайтинг» и «Евролайтинг Плюс» и по технологии «Экспресс» для различных зон возделывания. Технология «Clearfield» «Clearfield Plus» объединена под брендом «Санео». Данная технология объединяет в себе ген устойчивости к заразихе, к засухоустойчивости и ген к обработке гербицидами. Генетика компании «Лимагрейн» направлена большую часть это на засухоустойчивость. Новые гибриды компании «Лимагрейн» достаточно хорошо адаптированы и устойчивы к ложно-мучнистой России, к новым технологиям. Уже есть гибриды, устойчивые к ржавчине. Сегодня мы презентуем линейку гибридов кукурузы компании «Лимагрейн», которая подходит для выращивания на юге Воронежской области. Это линейка зерновых гибридов. И также один гибрид универсального направления, это LG-30215. Здесь, значит, наша линейка начинается с самых ранних гибридов, LG-30179 с FAU-170, который подходит для максимально раннего сева и ранней уборки, и, соответственно, до гибрида 31272, на котором можно получить максимальный урожай. В этом году мы можем выделить гибриды с ранним FAU. Это LG-30179, LG-30189, Crosby и LG-30215. В этом году погодные условия сложились так, что они успели опылиться, максимально налить початок, и выглядят они на голову выше, чем гибриды с более поздним фаулом.